Москва, 5 Сенья Новости. Заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил журналистам о попытках ВСУ ввести в заблуждение ополченцев Донбасса, сообщает Донецкое агентство новостей. По словам представителя ДНР, вооруженные силы Украины имитируют переброску артиллерии с донецкого направления на Луганское. Противник пытается ввести командование ВС ДНР в заблуждение. В этих целях была проведена имитация переброски на Луганское направление 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Мы следим за каждым перемещением подразделений ВСУ и знаем истинное положение всех командных пунктов и мест концентрации войск, до взвода включительно, заявил Басурин. Помимо этого, представитель ДНР добавил, что ВСУ концентрирует личный состав и запрещенное Минскими соглашениями вооружение вдоль линии соприкосновения сторон. Силовая операция против недовольных госпереворотом жителей Донбасса длится больше года. На переговорах 12 февраля были достигнуты договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, внесении в Конституцию Украины изменений о децентрализации власти, а также о закреплении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. 1 сентября в Донбассе начался не только учебный год, но и очередной режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в ходе последнего заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, которое прошло 26 августа в Минске.